Ахли Сунна. Почему им дано такое название? Потому что они придерживаются Сунны Пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, внешне и внутренне. И слово джама, община, используется относительно них, так как они объединились по сунне избранного посланника, саллаллаху алейхи ва саллям, и не разделяются. Следовательно, нам обязательно нужно объединиться на том, на чем объединились Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, и его сподвижники. Да будет доволен ими Аллах. Поэтому они называются Ахли Сунна, потому что они придерживаются Сунны Пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, внешней и внутренней, и объединились на ней.